С вами лидер компании Greenway Елена Бородавка. Я вам рассказываю, как установить пульт приложения в вашем сотовом телефоне. Заходите через новый сайт, ваш личный кабинет, вводите ваш ID, номер, пароль. Они у вас уже были, должны быть сохранены. Заходите. Вот видите наверху мой офис. Дальше мы нажимаем на бизнес. Вот бизнес, нажали. Регистрация, вот это все смотрите. Предпоследнее приложение «Пульс», где написано, тут и аналитика есть, можете посмотреть. Мы сейчас устанавливаем «Пульс» приложение. «Пульс». Здесь вы можете просматривать акции от компании. И вот тут есть, как скачать приложение, можете посмотреть. Сейчас я вам уже показываю, как скачать. Нажимаем на «Скачать», «Загрузить». Загружается ваш сотовый телефон, это приложение. Начало загрузки, все пошло. Загрузилась, и она у вас загружается в ваших сотовых телефонов, как другие приложения. Все, загружается в вашем сотовом телефоне на главном экране. Ищите, но я их сохранила в одном месте. Вот у меня есть папка, где инвестиции. Все то, что касаемо, то, что мне нужно, я туда все скидываю в одну папку. Вот. Инвестиции у меня тут здесь Сберздоровье и все остальные личные кабинеты. Вот зашла я в «Пульс». Здесь вы просматриваете прямые эфиры, зумы, которые передают вышестоящие наставники. Если у вас обоюдное сохранение «Пульс» приложений, то вы можете переписываться с вашими партнерами. Здесь новости компании, зумы. Все приходит, у вас будет уведомление. Можете общаться с вашими партнерами, новости компании просматривать. И здесь есть то, что вот прямые эфиры, которые наше руководство компании проводит. Вот продукт дня, прямой эфир от генерального вице-президента компании Светланы Семеновой, акции. Все здесь есть. Мировые новости, просто просматривайте. Здесь в настройках меняете ваши данные. Вот видите, ваш ID номер и пароль. Вот он выглядит вот таким образом, классным.